Чем ты занят? Между прочим, час ночи. Ты висишь на стене. Нога зачесалась. Давай почешу. Дед. Чё? Ай-яй-яй. Что ты делаешь? Ешь мышь. Лучик. Ну не скрипи. Я вот сейчас что-то такое слышала на улице. У нас здесь. Ай! Ты опять не мешаешь? Ну? Лучик! Что ты за жопонька такая? Давай спать. Да? Ну давай! Ой-ой-ой. Так, а на что ты теперь сел? Что ты выбрал за чтиво? Россия подземная. О, привет Ярцеву. И штрафники СС. А, нет, еще есть возлюби болезнь свою. Лучик, что ты такое нашел? Приключения, фантастика. Кстати, по-моему... В этой книжке есть первый сценарий хищника первого. А, вот, все, я поняла. Ракетно-ядерное оружие и его поражающее действие. Понятно, на чем сидел Лучик. Научно-популярная библиотека. Он же у нас излучает зло. Черт, я ее потом поставлю туда. Что ты делаешь? Зачем тебе и ракетно-ядерное оружие? Да, лучше елку крушить с шишкой. Да? Лучик. А, ладно, пойду книжку ставить. Мне кроватку разбираешь? Там же совы на покрывале, смотри. Кусай их. Смотри, как красиво сразу стало прям. Милый Лучик. Как будто и не сидел только что на ракетно-ядерном оружии. Ай, кажется, тебя поймал пледик. И не хочет отпускать. Какой упорный пледик. Очень жмякательный. Ой, он уронил сову. Сова лежит теперь жопонька кверху. Ой, нога. Чья это? Дурак. Лучик. Лучик. Давай уберу свет. Что там? Неправда, на улице ничего не видно через это окно. А что у тебя тут за книжки? Фантастика 87. Ай. Ай-яй. А там Чехов. Повести. И дочь Монтесумы. Хватит жрать ее. А, нет, дочь фараона. Эберса и Звездных королей. Что-то тебя понесло. Полярный круг. Огонь Прометея.
А это, по-моему, мастер Маргарита. Это черенком. Ой, корешком туда. Черенком, да. Ты жрёшь книжки? Грызёшь гранит науки? Ну-ка, я угадала, что это. А, нет, «Чужак в чужой стране». Это я не читала. Ой. А может, и читала. Ух ты. Ух ты. Нашла старые телефоны знакомых. Пусть. На этой визиточке телефон Петра Волкова, из которого питомника, из его питомника ёлка, Юня и Гнусь. Совпадение. Все, Лучик, нам надо спать. Надо спать, а не баловаться. Да. Давай. Как не хочешь спать? Ну давай. Ой. Паника такая. И чё там? Да? Ай! То есть ты отрикошетил от потолка? Не сел мне на голову с таким звуком? Я такая лохматая, потому что я лазила сейчас по всяким дебрям за совятами, а там влажно, туман, роса. И вот такое вот. Да, я трогала совёночка за ножку. Потом выложу. Или уже выложила. Я не знаю, когда это видео я выложу. Лучик, давай спать, пожалуйста. Ой. Все зевнули. Не знаю. Но мы сидим. Да, смотри, там сову показывают. Угу. Видишь? Похоже, это надолго. Лучик. Смотри, там сова. Сыч. Ой, спасибо. Причешет сейчас. Лучик. Попа совы, пожалуйста. Ай. Не очень-то это приятно. Ладно, мы спать. Спокойной ночи. Это выглядит теперь так. Ой, рекурсия какая-то. Ты будешь так прыгать по телефонам? Лучик. Мне больно, между прочим, ты прям когтями в палец так впился. Еще мне телефон выпадает из пальцев. Эй, Лучик. Ай, больно. И что там? Ну, теперь у тебя опять есть свой телефон.
Когда ж ты устанешь-то? Лучик. Мы пытаемся заснуть. Он прыгнул на телефон опять. Блин, это, наверное, потому что там свеча показывает. Уходи, лучик. Молодец. Все, сиди там. Грызи гранит науки. Дурак, ой, дурак. Всё, там. Надо убирать телефон. Забирай, снимай. Что делать? Ты там где? Ай, черт. Лучик. У тебя очень острые когти. Очень острые когти. Очень щекотно. Ай. Еще возможно. Все, погоняю. Что ты делаешь? Ты есть хочешь, я не понимаю. Давай тебя мышь дам. У тебя лежит. Ты ел так давно. Дурень, иди сюда, дочек. Нет, тебе так не нравится, когда тебе разрешают. У меня сил нет уже. Съешь мышь? И ложись спать. Да?